Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня очередной отчет по проекту «Дети». По-моему, третий отчет это. Итак, вот так выглядит моя работа. Сейчас покажу, что было отчитано на прошлой неделе. И за неделю я продвинулась вот таким образом. В принципе, я довольна результатом, хотя я вышивала не каждый день, к сожалению. Где-то у меня была отшита вот эта вот часть, вот, да, и все, что выше, вот мальчика полностью я отшила, и начала отшивать вот девочку я, да, отшила я. Как видите, торчат ниточки, сейчас стала выводить наверх, и закрепляя тоже вверху узелком, опускаюсь вниз, и потом подхожу, узелок отрезаю. Муж, увидев мою вышивку, сделал мне замечание, говорит, что это у тебя такой мальчик красивый, а девочка вся у тебя в нитках, в узелках. Обратил внимание, что раньше такого у меня не было, а теперь у меня везде торчат нитки. Вот. Вышивается легко, быстро, по цветам, все написано. Здесь мальчик вообще быстро отшился, здесь были большие цветовые, как вы видите, пятна одинаковые, девочка вот здесь гораздо запутаннее, здесь вот прям вот рядочками идут цвета, вот здесь на лице только будет одного цвета много, а так вот на шапочке, а так везде тоже, в общем-то, много разных цветов переплетается, ну, достаточно несложно. Взяла я вот такой вот саквояжик себе, сейчас я вам покажу. Очень удобно такой вот для инструментов. Муж покупил два, один в одном был. И вот такой маленький я выпросила себе. И вот, в общем-то, вот здесь вот у меня ниточки, схемка, пакетик, вот иголочка, магнитик. И там еще внутри углубления тоже можно много чего хранить. Поэтому вот с таким вот саквояжиком, как я его называю, я, в общем-то, хожу и вышиваю. Вот, планирую, что следующий отчет будет последний, что я закончу на следующей неделе вышивку и начну наконец-то вышивать своего тигренка. Пока не закончу, решила все-таки не начинать, очень хочется закончить. Итак, всем спасибо за внимание, всем удачных проектов, удачного результата, ровных крестиков, быстрой иголочки. Всем всего доброго, спасибо за поддержку, за комментарии теплые. Пока-пока!